своими глазами. Условие 14-дневного карантина будет обязательным для всех проживающих за границей граждан Молдовы, решивших приехать в страну на новогодние праздники. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в эфире телеканала Н4, отметив, что условия по обязательному нахождению в карантине будут установлены для всех приезжающих в Молдову из стран, входящих в красную зону заражения, передает ОМГ.МД. Абсолютно очевидно, что пандемия повлияет на наши традиционные и рождественские обычаи. Мы рассматриваем вариант отмены 14-дневного карантина до тех пор, пока не появится тенденция к снижению количества заболевших, заявил премьер-министр. Напомню, что в течение последних недель в Молдове отмечено повышение количества заболевших COVID-19. Согласно последней информации, 9 ноября в список стран красной зоны входит 66 стран.